Ульяновцы не остались в стороне от ужасной трагедии, произошедшей 3 апреля в петербургском метро. Взрыв в вагоне прогремел около половины третьего дня. Самодельная бомба буквально разорвала вагон и вынесла двери. Погибли 14 человек, пострадал 51 человек. Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт». С инициативой проведения акции в память о погибших выступили сами ульяновцы, входящие в профсоюзы и общественные объединения региона. Мы считаем, что это террор – это преступление против конкретной личности и против государства. Поэтому мы посчитали, как профсоюзная организация, что вправе выразить всеобщую поддержку людей, живущих не только в городе Ульяновске, но и в Ульяновской области, чтобы 8 апреля в 10 часов на площади Ленина провести митинг солидарности «Вместе мы против террора». Под коллективным обращением о проведении мероприятия свои подписи поставили Российский союз молодежи, общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Совет родителей и членов семей военнослужащих. К участию приглашаются все жители области.